Доброго дня, в ефірі проєкт «Реальне життя». Мене звуть Дмитро Колцун. Сьогодні в нас в студії депутат Одеської обласної ради пан Андрій Бабенко. Добрий день. Да, здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. Ну и первый же вопрос, подводя итоги уходящего года, как вы считаете, областной совет, Одесский областной совет состоялся как тот орган, который, ну, ждало население, ждали избиратели, что он будет решать проблемы региона? Ну, вы знаете, я за весь облсовет не могу говорить, я могу сказать за себя, за свою команду, то, что мы работаем на округе, люди нас видят, люди нас слышат, и самое важное, что мы слышим людей и стараемся максимально помочь людям в тех вопросах, которые к нам обращаются. Что могу сказать за облсовет? В областном совете есть все депутаты, которые даже, наверное, на своем округе ни разу не были и даже не знают, где их округ. Таких, к сожалению, много. И вы сами прекрасно понимаете и видите, и я уверен, что мониторите, как кто работает на каком округе и какой депутат что делает для своего народа, для того, чтобы действительно народ увидел работу депутата и дал ему оценку по истечению там некоторого времени. Мы с вами обсуждали этот вопрос перед эфиром. Как вы считаете, как действующий сегодня депутат, который прошел в прошлом году там избирательную кампанию, что сегодня лучше для представления интересов народа? Это мажоритарные округа или вот та партийная система с открытыми списками, которая существует? Вы знаете, я молодой политик, я как стал депутатом областного совета, я попал уже под новую законодательную базу, которую придумали для выборов, это межпартийная борьба. Среди нас, депутатов, которые шли, я шел в Батьковщины, у нас была своя межпартийная борьба. Как бы для меня разницы нет. Я, если увижу себя дальше в политике и буду дальше идти в Верховную Раду, мне без разницы, это будет мажоритарка или это будет межпартийная борьба. Важно работать с людьми, важно делать обратно же все для того, чтобы люди увидели твою работу. Да, для старых политиков, возможно, будет лучше по мажоритарке идти, потому что они знают, как правильно сделать выборы. Для таких молодых политиков, как я, возможно, мне без разницы. Важно, если я приму решение, что я буду идти дальше в политическую, дальше строить свою карьеру. Задача номер один – работать с людьми, работать с населением и показывать им свою работу не обещаниями, а действиями. Потому что, когда ты приезжаешь, начинаешь с людьми работать, мы работаем по округу с 2016 года. Я сам вырос в Захаревском районе, в Фрунзовском районе бывшем. Я проживал там, и мы работали с 2016 года. Мы, правда, за Чжанское ОТГ есть, мы там работали, но маленький, там моя родина, я там вырос. Вот там мы помогали. Да, когда я стал депутатом облсовета, мы уже начали по всему Разилянскому району. Когда укрупнили район, он стал один большой Разилянский район, мы начали по всему работать Разилянскому району. И когда ты приезжаешь, раздаешь там продуктовые наборы, люди тебе задают, за что, выборы скоро? Да нет, почему выборы? Только перед выборами кто-то что-то делает. То есть у людей отложилось в голове то, что перед выборами кто-то что-то будет делать. Важная задача, моя задача стоит и моей команды — вернуть людям веру. Показать, что не перед депутатом выборами, во власть. Да, что депутат может работать на протяжении всей каденции, которую его избрали. И неважно, пройдет каденция, люди дадут оценку каждому депутату, тому, кто идет на выборы, кто шел на выборы и как он работал с людьми. Вас выделяет в областном совете, знаете, такая вот эта прямолинейность и решение вопросов достаточно прямо. То есть, если есть проблема, то ее нужно решать, а не придумывать, как обойти тот или иной угол. И вот не мешает ли работать? Вы все-таки в областном совете молодой политик, а там такие старые зубры, которые комбинации рисуют. Я больше спрашиваю, сложно ли находить понимание, когда вот говорят, что не всегда белое есть белое. Ну, смотрите, нет никаких проблем, есть задачи. Всегда ставят жизнь перед нами какую-то задачу. Важно ее решить правильно. Я прямолинейный, и я это говорю всем в глаза, то, что я думаю. То, что в областном совете, уверенно могу заявить, есть коррупция, она есть. И я буду ее, сейчас с Нового года вам ее покажу. Сейчас праздники придут. Я покажу в строительной отрасли, какая там происходит коррупция. И вы это все увидите. Я буду ходить на эфиры. Я документально предоставлю, где идет коррупция. Вы знаете, рыба гниет с головы. Есть коррупция. Я отношусь очень хорошо к губернатору Одесской области. Но, когда есть факты, и я вижу, что ты приходишь и говоришь, что вот так, они этого не видят. К сожалению, понимаешь, что есть коррупция, и люди об этом знают.
Но важно донести эту коррупцию, чтобы люди узнали эту, об этой коррупции до населения, предоставить документы, предоставить все ж прозоро, да, показать людям, что действительно она есть. Вот смотрите, все просто. Я как молодой политик приезжаю на округ, такое ощущение, что вообще никто ничего не делал. И ты задаешь вопрос чиновникам, а почему так, а почему так? Да вот, Андрей Васильевич, как-то не получалось. Да все может прекрасно получаться. Важно, чтобы был стержень, важно, чтобы была задача это решить, эту проблему. Вот спустя там год могу уверенно сказать, что начиная с маленьких кабинетов до больших, везде прорастает коррупция. И я это докажу. Mm-hmm. Я ж не буду пустословить. Если сказал, я обязательно это доведу и докажу всем. Областной совет, да, работает. Кто-то действительно старается работать, действительно. Кто-то создает рабочий вид. Ну, повторюсь, все просто. Взял мяч, играй. Не хочешь играть, отойди в сторону. Я со своей командой, мы покажем свою работу, и люди оценят, повторюсь, нашу работу. Говоря о работе, я знаю, что существует у вас депутатский фонд. Почему решили идти через такой способ, через депутатский фонд для помощи? Ну, я так понимаю, он занимается не только вопросами помощи, но он разрабатывает определенные проекты, программы. Да, депутатский фонд, который выделяется от областного бюджета, это у нас получается, мы его можем использовать только в целевых назначениях. Ну вот у меня депутатский, в этом году депутатский фонд был порядка 3,5 миллионов. Мы там 1,050 миллион мы на Разделянской ОТГ, там виноградарь есть, там пищеблок для детей хотим сделать. Уже делается ремонт, и я надеюсь, что мы успеем его открыть, может, к Новому году. Нет, после Нового года, после праздников откроем этот пищеблок. Также в Захаревском ОТГ, где новое ОТГ, год, ну, только после децентрализации оно образовалось, ОТГ. Мы там делаем сейчас освещение, там же не освещение, ни дорожек тротуарных. Там вообще, вот приезжаешь что и видишь, ощущение? Что все, извините за выражение, убогое все. Но там же были люди, были руководители, там как-то проходили, там были депутаты, по крайней мере, районных советов или еще какая-то деятельность. К счастью или к несчастью, те люди, которые были во власти, их не выбрали. И сейчас, когда там другой глава АТГ, когда другой депутатский корпус, да, кто-то зашел еще с тех созывов, которые, возможно, что-то делали, потому что люди обратно же дали им оценку их на работе. Но мы выделили на дорожки, там бордюры ставим, освещение делаем, там порядка мы 1,5 миллиона выделили. 500 тысяч мы в Великомихайловской ОТГ, есть спортплощадка, не было детского майданчика, где детям поиграться, элементарное. Сделали детскую площадку, и так вот этот бюджет 3,5 миллиона. Ну что можно сделать на этот бюджет? Понятно, что стараемся где-то максимально выбрать социальный вопрос, который важен там, для людей, для детей, для общества. Пытаемся туда дать акцент и сделать хоть что-то. Потому что мы когда приехали в Разделянскую ОТГ, зашли в этот пищеблок, там просто в ужасном состоянии он был. Это пищеблок где? Где дети кушают школы, я забыл, это какое... Ну, одна из школ. Одна из школ, да. Это Виноградарский Старостинский округ. Директор школы подошел и говорит, вот идем, я вам покажу. Да, слава богу, там выделили под большую кухню, новое, все новое. Ну вот надо было сделать ремонт. Вот сейчас мы туда выделили, и обязательно я на Фейсбуке высвечу свою работу, как там будет ремонт сделан. Угу. Я хотел спросить, вот эти проекты, которые вы реализуете, они как появляются? То есть это к вам люди обращаются? Потому что я вас уверяю, после этого эфира сразу начнут звонить, искать депутата, который решает вопросы. Очень мало депутатов, к сожалению, в Одесской области, к которым можно обратиться вот за помощью. Я вам больше скажу. У меня есть 5 помощников. Всегда мы с людьми на связи. У меня бывает такое, что мне люди звонят, говорят, Андрей Васильевич, в магазине купили бракованный телефон, вот в Захаревском АТГ это был конкретно, надо решить вопрос. Я говорю, все, попросил помощника, подъехали, разобрали все. Я всегда с людьми на связи, у меня всегда помощники с людьми на связи. Мы занимаемся благотворительностью на протяжении, я же говорю, 16 года, ну вот год конкретно, как меня избрали депутатом областного совета, мы не переставали, мы каждый день, каждую неделю что-то делаем. И это можно увидеть в Инстаграме, в Фейсбуке. Мы стабильно что-то делаем. Андрей, сразу возникает такой вопрос. А вот запал, мотивация откуда? Я вот просто общался со старыми политиками. Знаете, у некоторых вот так глаза потухают через какое-то время работы. Они разочаровываются в людях, в обществе, во власти, во всем. Откуда такой запал? Смотрите, то, что действительно есть люди неблагодарные, вот мы проводим стабильно сейчас перед Новым годом, мы раздали порядка 10 тысяч подарков.
За год мы раздали порядка там, 7 тысяч или 8 тысяч продуктовых наборов. Продуктовые наборы мы хорошие раздаем, для того, чтобы действительно люди увидели, что мы делаем это искренне от души. Антисептики, маски, я за это вообще молчу. Мы одеваем малых детей с малоимущих семей, детские садики и все прочее. Действительно, вот провели концерт, все хорошо, раздали подарки, мне пишут. Все было замечательно, спасибо, за 30 лет никто ничего такого не делал, вы первые, кто это сделал. Вот подарки можно было сделать больше. Ну, идут же стандартные подарки, там 450 грамм конфет. Не, ну, вот здесь можно было, возможно, из-за этого. Но я вам скажу все проще. Я привык всегда идти вперед, я и моя команда. У меня молодая энергичная команда, которая готова работать, готова развивать себя и морально, физически расти над этим. И это важно. Мы всегда стимулируем друг друга. У нас есть, знаете, мы собираемся, мы часто общаемся. Да, я не смотрю на старых политиков, мне не интересно. Я смотрю туда, где действительно даст мне какой-то урок для того, чтобы улучшить наш район. Показать, что действительно это можно сделать совместно. Общение с людьми, общение с головами ОТГ, общение с депутатским корпусом. Все это есть связка. То, что каждого слышать надо проблему. Действительно, если есть проблемы, пытаться максимально ее решить. Элементарный вопрос по больнице. В больницах коррупция процветает ужасная. Вот у меня была позавчера ситуация, я не буду называть имена, фамилии. У меня земляки обратились в деревне поменять сердечный клапан. Им сказали за операцию 26 тысяч гривен. Вы представляете? Это при том, что есть государственная программа по бесплатному обслуживанию. Один плюс, что действительно Наталья Викторовна Адари, Захарьева, которая есть, действительно позвонили ей, она включилась. Операцию, чтобы вы понимали, сделали бесплатно. Вот как так может быть? А у людей нет денег. Люди ко мне пришли, семья плакала, что Андрей Васильевич, помогите. И я говорю, я помогу. Вопросов нет. Станет вопрос, если действительно надо будет официально оплатить в кассу то, что вы должны, я оплачу, я помогу с благотворительного фонда. У нас есть благотворительный фонд, нам помогают мои друзья, бизнесмены. У меня жена бизнесом занимается, я бизнесом занимаюсь. У нас есть откуда помочь. Когда нет, действительно, когда человек сложно. Но здесь государственная программа. Но здесь государственная программа. Будьте добры. Вот сделали операцию. И это уже не первый случай. У меня лично на моем жизненном пути. И больше того скажу. Все дает то, что когда я позвонил, говорю, я сейчас приеду и объясню вам, что надо делать все по закону. Сейчас возьму людей, помощников своих, возьму активистов, буду у вас. Андрей Васильевич, не надо, все сделаем. То есть, вот что дает запал. Когда ты человеку объясняешь, что сделайте, как это должно быть по закону, и у меня не будет к вам вопросов. Замечательный подход. Говоря об этих операциях, просто со стороны журналиста скажу, что мы постоянно слышим, что кого-то берут на взятках вот как раз за такие операции. По-моему, это уже повод обращаться действительно в управление полиции областной, потому что это имеет общий характер. Хорошо, вы упомянули благотворительный фонд. Вот как это было, как появилось желание этим заниматься, вот именно благотворительность? У меня жена идейная очень, на самом деле. Мне с женой повезло. Она всегда рядом, она всегда, ей нравится благотворительность. Больше того вам скажу, я сам вырос в бедной семье. У меня мама, я вырос без отца, с 3 лет отчим у меня был. Мы жили в землянке, я понимаю, что такое, когда нет. Мама у меня работала дояркой, все время работала в колхозе, выросла, я рос в колхозе. Я до 15 лет жил в селе маленьком, Дружелюбовка она называлась. Это я там ездил с журналистами, давал интервью тоже, там они видели то село, где я жил. Там 32 хаты было, и одна школа была, и то ее закрыли потом. То есть я прошел все то, что... Что такое, когда нет покушать, когда в маминой одежде в школу ходишь, когда с кулечком ходишь, потому что нет денег купить рюкзак. Все это мы проходили, я, мои братья, мы все это проходили. Задача была у меня, у моих братьев максимально вырваться в город, максимально где-то работать, показать маме, что мы можем достичь того, чего мы достигли. Я вам скажу, я работал на стройке, я работал в охране, я не боялся работы, я работал, трудился, и жена была мотиватором. Я с армии, когда... В армии служил, познакомился со своей супругой. И она всегда была рядом, всегда была мотиватором. У жены семья благополучная. Помогали, я это не скрываю. Сейчас получилось так, что у моей жены отчим умер, а папа ее родной служит в храме батюшкой. И мы помогаем сейчас им. Ну, видите, как жизнь повернулась. Поэтому жена была основным мотиватором, который меня всегда мотивировал. Была мотивация большая достичь какого-то успеха, чтобы мама гордилась сыновьями. У меня один брат работает в полиции, национальной полиции в Одесской области работает. Старший, средний брат занимается строительным бизнесом.
У него своя строительная компания. И хочу подчеркнуть, не участвует нигде на тендерах, оно ему интересно. Он работает с обосчастниками. То сейчас начнут критики говорить, что, потому что я завел тему по отрасли облсовета. Но вы, с другой стороны, знаете все входы, выходы и как устроен весь этот бизнес. Как же ж не Да, я работал на стройке очень долгое время. До армии работал на стройке, после армии тоже пришел, работал на стройке. Я понимаю, как там происходит. Поэтому задача была довести маме, что она может гордиться своими сыновьями. Все просто было. Мы зарабатывали, мы с женой собирались, ездили, развозили вещи детям с малоимущих семей. И оно так началось. Там одним детям детский садик завезли вещи, а там фрукты, а там овощи. И так оно пошло, знаете, уже как по накатам. Уже когда, знаете, это как своего рода, как спорт. Втянуло, и все, пошел. Я мало того не собирался ни на какие выборы идти. Была задача просто помогать своему населению и довести... Знаете, как соседи всегда были, там кто-то богатый в селе, как живут, кто-то нищий. Всегда на нас говорили, что мы там нищие и толку с нас не будет. Была задача показать всем, что с бедных людей могут стать нормальные люди. Да, достичь какого-то успеха без связи, без ничего. Бывает такое, когда есть желание. Сколько сегодня объектов, я так понимаю, что в Родзинянском районе сейчас уже все школы находятся в зоне вашего внимания. Не дошел до всех школ. Еще не дошли. Не успели, еще к сожалению. Работаем. Вот, например, в Разделянском ОТГ в одной школе там элементарные постелили линолеум. В Виноградарской школе обратно же там сделали перегородку. Покупали много чего. Если мне надо будет... Да, это цифры. Это расписать. В каждой школе, где какая есть серьезная проблема, сразу на нее реагируем. Люди пишут в Инстаграм, Фейсбук, и пусть пишут, мы на это реагируем. Я сам веду Инстаграм, Фейсбук, читаю обращения людей. Там, где к нам обращаются, мгновенно идет реакция. Приехали, посмотрели, увидели, неделя-две и... Понятно, понятно. Хотелось бы задать вопрос, подводя итоги уже с точки зрения не сколько благотворительной деятельности, а такой депутатской. Вот вы говорите, вы в районе очень часто общаетесь с председателями ОТГ, с теми новыми людьми, которые зашли во власть. Вот насколько они соответствуют тому, что нужно сегодня обществу? Ну, почему? Потому что мы постоянно слышим, что достаточно низкий уровень исполнительной дисциплины как раз теперь оказался в ОТГ, потому что, ну, это были люди, которые, ну, их выбросила политика и просто на руководящие должности. Как с этим в Раздельнянском районе хотя бы? Смотрите, есть головы ОТГ, которые действительно работают. Тут же важно, чтобы у головы ОТГ было понимание с депутатским корпусом. Надо слышать депутатов. Собирать депутатов. Каждый депутат, который есть, он работает по своему округу, по своей улице. Слышать проблемы людей и выполнять эти проблемы. К сожалению, есть ОТГ, которые не могут себя финансово содержать. Есть такие ОТГ. Даже несмотря на то, что их создавали как спроможные громады? Даже несмотря на то. Ну, бюджет развития может быть в ОТГ там 2,5 миллиона. Ну, скажите мне, так что это, можно да, сделать ничего. На 2,5 миллиона? Есть разные бизнесмены, недобропорядочные, которые там не платят за там землю, надо выявлять, которые есть, обрабатывают, не платят. Все это надо делать полностью, реорганизацию, делать полностью инвентаризацию всей земли. Предприятия, которые есть на территории ОТГ, вот я прошу там голову ОТГ, говорю, пусть предприятия, которые работают у вас на территории, пусть ФОПы все регистрируют у вас в ОТГ, чтобы налоги платили сюда. Потому что есть некоторые магазины, работают там на территории, там, например, Великомихайловского ОТГ, а ФОП зарегистрирован в Одессе. Естественно, где он платит налоги? В Одессе, потому что вот. Там легче решить с налогами. Я говорю, подойдите, попросите, пусть платят здесь, пусть регистрируют здесь полностью ФОПы. Дайте возможность, там, просят магазин какой-то открыть, дайте людям возможность открыть магазин. Только регистрация обязательно в ОТГ, потому что это наполнение бюджета. Есть головы ОТГ, которые действительно слышат, есть командная работа. Все же зависит от командной работы, должна быть командная работа. Один голова ОТГ, он не сможет сделать... Тот объем работы, когда будет работать в команде с депутатским корпусом. Да, каждый есть там депутат, какие-то преследуют свои интересы. Мы же это прекрасно понимаем. Таких надо отсекать. Интересы должны только работать во благо громады. Не более того. Если взять уже высший уровень у нас, как вообще, скажем так, у нас теперь создался Одесский район. Вы входите в него? Район Раздельнянский, ну, произошла реорганизация, но район, ладно, как с Одесской облгосадминистрацией? Здесь есть понимание с государственной властью? Вы знаете, вот об этой власти мы еще поговорим позже, потому что есть
Самое печальное, что много из застройщиков, обратно же возвращаясь к теме, как есть понимание, что вот у меня там по некоторым ОТГ не достроился стадион. Не достроилось. Это государственное строительство. Да, да. Это так называемое большое строительство, на которое были. Там не достроилось. А там есть амбулатории, которые застройщики получили по 30% предоплаты, хотя не имея права, не имели права. Завелись уголовные дела, и они стоят. По области, ну, порядка, наверное, я лично знаю, где ко мне обращались, 7-9 амбулаторий. Я это все покажу. Буду ходить сейчас после праздника на эфире, все это вы увидите. Деньги списались, зашли в руки непонятно кому, однодневным фирмам, которые пооткрывались, по 30% предоплаты им кинули на строительные работы, и все, и потухло все. И вопрос, все? Когда ты встречаешься с застройщиком, говоришь, почему не строится стадион, вот по Разлянскому району, почему не строится район, почему стадион. Нет, почему не идет стройка стадиона, я же на стройке работал, понимаю, что никаких проблем. А оказывается, что есть какие-то чиновники, которые сидят в креслах, требуют какие-то определенные откаты. Обратно же, не буду многословным, мы придем обязательно, мы будем на многих. То есть вы это будете фиксировать? Это не то, что фиксировать. Я буду документально предоставлять каждые бумаги, где какие фирмы выигрывают тендера, что это за фирмы. Их проверяют, мама, папа этих фирм есть. Поверьте, очень колоссальная работа проделана. И об этом все узнают, журналисты, общество, как работает наша администрация. И я прекрасно понимаю, что сейчас об этом говорить рано, потому что просто сделав заявление, уже завтра эти люди просто быстренько начнут переписывать все бумаги. К сожалению, мы знакомы о такой ситуации. К сожалению, то, что уже сделано, переписать нельзя. Это хорошо. Потому что это было на Прозоро и все остальное. Это хорошо, знаете, чтобы держать их за это. Я вам скажу, что многие есть депутаты, которые не хотят эти темы поднимать. Вот они там по спискам зашли. У кого-то они на зарплатах. Я могу с уверенностью заявить, что я не зашел по списку, что я ни у кого не на зарплате. Я тот человек, который будет высказывать свое мнение. И неважно, это будет губернатор Одесской области, там, глава облсовета, народный депутат, министр. Если я увижу, что это мнение мое правильное, и оно бравое и справедливое, и оно в законном русле, я буду его высказывать. Угу. Потому что я считаю, что депутат, который был избран народом, он обязан людям отчитываться о своей проделанной работе. И неважно, какие чиновники. Чиновники, они назначаемые. А нас избрал народ. И мы те люди, которые обязаны народу доводить, где есть коррупция, где ее нету и все остальное. Мы обязаны коммуницировать и отчитываться перед народом, который нас избрал. И я обязательно об этом буду говорить, и мы обязательно все, многое чего расскажем интересного. Хорошо, вы уже практически ответили на мой вопрос, какие планы на 2022 год. Я уже понимаю, что нас ожидает, начиная с января, большая, широкая волна рассказов и доказательств коррупции. Но помимо этого, потому что одно дело хорошо выступать и говорить о коррупции, а другое дело у людей все равно где-то нет света, где-то нет возможности нормально жить, организовать свою жизнь. Какие еще планы помимо вот такой принципиальной борьбы? Смотрите, я вам скажу так, что планы действительно есть многие. Есть многие проекты, которые мы хотим реализовать в Разделянском районе. Но здесь депутатский, все зависит от того, какой будет депутатский фонд. Мы пока не понимаем. Угу. В январе, в феврале только будет распределение бюджета, и мы будем его принимать, утверждать, будем понимать, где какой будет уже депутатский фонд, и что можно будет вообще сделать за этот депутатский фонд. Я когда пойму, какой будет депутатский фонд, мы возьмем самые точечные проблемы социальные, которые будут на округе. И, естественно, будем ставить акцент. Также буду обращаться к фракции нашей, чтобы помогли финансово поддержать наши районы. Будем обращаться к нашим нардепам в Киев, к Юлии Владимировне. Она коммуницирует, она готова помогать развивать нашу Одесскую область, максимально придать этому усилий. Планы есть много, реализовать мы, я уверен, что сможем многое. Знаете, мы как молодые учимся сейчас, изучаем программы, смотрим, где действительно, на что надо больше акцентировать внимание свое. Пришли, куда бы мы ни приехали, в какое ОТГ, в какое село, везде есть проблемы. И их много, слишком много. К сожалению, мы их не можем взять сразу все решить. Угу. Ну, надо быть, знаете, реалистами. Потому что приехали, увидели все, что мы можем делать своими силами мы это делаем. Все, что мы, это зависит от облгосадминистрации, от областного совета. Понятно, мы там тоже стараемся максимально ходить, стучаться в эти двери. Но иногда стучишься, а
Только с кипишем надо проламывать. Давайте я вам скажу так, как оно есть, эти двери. Ну, мы этим сейчас будем заниматься, потому что, когда ты стараешься адекватно поговорить и объяснить, что так не может быть, потому что есть справедливость, не слышат. Если поддержка просто у населения, потому что тут же бороться с властью может любой, только не за каждым люди пойдут, это еще старая истина. Вы знаете, я вам скажу так, что я обязательно как-то вот можете вы поехать, и вы сами увидите, какая у меня поддержка по некоторым ОТГ. Если станет вопрос вывести людей на улицу, поверьте, я выведу, и много людей придут за мной. Хотелось бы, чтобы на улице не сильно у нас выходили, чтобы наши чиновники слышали с первого раза. Но действительно, если такая есть возможность, то, к сожалению, ей тоже пользуемся. А в завершении сегодняшнего выпуска хочется предоставить вам возможность поздравить всех с наступающими праздниками и пожелать. Вот у нас очень достаточно сложное время, и, к сожалению, в обществе пропали ориентиры, пропали люди, на которых равняются. Знаете, мы быстрее находим тех, кого осуждаем. Так вот, может быть, какой-то пример для того, чтобы у общества появилась надежда в следующем году. Вы знаете, я хочу пожелать людям только крепкого здоровья, благополучия, чтобы каждый человек думал о том, как помочь ближнему. Потому что на самом деле очень люди сами по себе стали жестоки. Не помогают, не поддерживают, осуждают, как вы говорите. Вы знаете, я при общении с людьми, я вижу, что люди потеряли, к сожалению, веру. Вот задача, чтобы каждый человек верил в то, что он делает. Я верю в то, что я верну людям веру, чтобы люди поверили в меня, в мою команду. Действительно доведу людям свои полностью поступки делами, а не словами. В новом году, вы знаете, не буду говорить, что год прошел плохо, неважно. Мы не знаем, как год прошел, мы не знаем, какой следующий год будет. Но самое важное – это здоровье, поддержка близких и взаимопонимание друг с другом. Ну що ж, мені залишається лише приєднатися до цих побажань. А я ще раз нагадую, що сьогодні в проєкті «Реальне життя» приймав участь депутат Одеської обласної ради пан Андрій Бабенко. Дякую вам за сьогоднішню зустріч і до зустрічі в ефірі. Дякую. Всього хорошого.